Опять про Навального. Что такое? Ну, ксеухтыг. Сегодня слушал Чичваркина. Там он ФБК фонд создал в Лондоне, видимо. О, очень язвительно, да. Надежда Антонова только хотела написать про Чичваркина, а вы меня опередили. Выходит, Чичваркин крышей потек. Для Кремля деньги собирает. Как же это объяснит наш неподражаемый Натаныч? Неподражаемый Натаныч объясняет. Феномен этот хорошо знаком. Это называется взгляд издалека. Вот сейчас были выборы в Украине. Я много общался с украинцами здесь, патриотами настоящими. Вот, и они голосовали за Порошенко. И результат впечатляющий. Там Порошенко здесь, в Соединенных Штатах, победил Зеленского. А почему? Я пытался в этом разобраться. А они не хотят вглядываться подробно, понимаете? Это общий взгляд. Детали они не различают. Они поддерживают Украину. Ну, им сказал тот же самый Порошенко, что вот Путин борется. Они это знают. Путин борется, выдвинул Владимира Зеленского. Довольно громко здесь деньги большие потрачены были на продвижение Порошенко и на его идеи, и на парохоботов. Очень серьезно. Серьезные деньги. Но и они не разбираются. Ну, Порошенко, Порошенко. За Украину они голосовали. Ну, то же самое Евгений Чичваркин. Он у меня в друзьях, кстати. Но не хочет он разбираться в деталях. Он видит, что есть какая-то эффективность, какие-то разоблачения. Может, это и ФСБ делает разоблачения, там какие-нибудь разведчики разоблачают Путина. Американские, какие хотите. Но вот он и поддерживает. Это же было уже, ну, много раз за историю. Там, мы с Лерочкой, кем мы только не побывали, когда мы выступали против Путина, против голосования за Путина и ФСБшными, значит, троллями и агентами, там, Примакова, ФСБ, КГБ. Мы говорили, что нельзя за КГБшник голосовать. Боря Немцов, ну, я не могу передать, как мы с ним разговаривали. Мы с ним в основном матом общались, но мы дружили. Вот как он нас называл, вы себе не представляете. Спорили с ним. Ладно, там, в 99-м году, в 2000-м году. Там, где-то в 12-м году там готовились к выборам. Я ему говорю: ну, Борь, сознайся, ну, не прав же был. Он: нет, ты идиот, ты не понимаешь, если бы не Путин, избрали бы Примакова или Зюганова, и вас бы повесили, но быстрее уничтожили. А с Лимоновым, ну, та же самая ситуация. Понимаете, Борис Немцов, Людмила Алексеева, ну, я не знаю, толпа людей с демократическими убеждениями, которые говорили, что, ну, Лимон защищает 31-ю статью Конституции. Что вы к нему пристали с его этим лозунгом «Завершим реформы так, Сталин, Берия, ГУЛАГ»? Он уже забыл про него. А он не забыл, он у него висел там во всех региональных отделениях.
Людмила Алексеевна, статус Алексеева, статусный правозащитник, выходила, ее сторонники кричали, шипели, чего только не говорили. И сегодня с Навальным, ну, это экспертиза, понимаете? Ну, невозможно сегодня собрать, ну, проверили мы, на митинг собирали, вот, вместе с Немцовым там, еще там более-менее демократические времена были. Это невозможно. И этих предпринимателей собрать под это дело невозможно. Это возможно получить только, так сказать, разрешенным от Кремля путем. Вот он и получает от Чемезова. Там деньги тратятся, но вот это там не обязательно всем там видеть и понимать, но ну, мы же об этом говорим. Там деньги тратятся огромные, колоссальные. И там через пропаганду это дело все проходит, через пропагандистские каналы реклама Навальному делается. Иногда негативное позиционирование. Но это экспертиза. Ну, я потерял нескольких друзей. Из-за Лимонова, кстати говоря, хороших друзей. Из-за Лимонова. Вот они верили. Из-за Навального то же самое. И очень жалко там. И там вот Витя Шендерович удалил меня из друзей из-за Навального. Не нравится ему это. А когда поймет, что он ошибался, никто извиняться не будет. Я сейчас не конкретно про Виктора. Вообще не про кого. Будут говорить, а вот все равно он делал хорошее дело. Так что, значит, Евгению Чичваркину разрешается ошибаться, и многим другим ошибаться разрешается. Ничего в этом страшного нет. И если у человека есть ощущение, что ему нравится то, что делает, ну, Кремль, да, значит, и не хочет он разбираться в этих деталях. Ему нравится разоблачение. Он финансирует огромное количество сайтов было создано разоблачительных, компрометирующих, компромат.ру там, ну, много. Было создано ФСБ. И их поддерживали предприниматели. Поддерживали, между прочим, иногда, чтобы продвинуть свои какие-то там проекты, идеи, цели. С Евгением Чичваркиным, ну, странное действительно дело, потому что его разорили, у него отняли компанию прям вот эти чекисты, которые сегодня морочат голову. Ну, нравится ему. Он свои деньги, не ваши, тратит, и не мои. Имеет право